Всем привет, с вами Ярославна Громакина, канал «Наши дети». Сегодня я вам покажу, какой я сделала альбом для подруги. Мне посчастливилось присутствовать на их свадьбе, чудесной свадьбе. Я решила сделать вот такой альбом. Котовым. The Cotovs. Благодаря тому, что у меня теперь появился цветной принтер, я распечатывала всяких приколюх. Вот, смотрите, роза с сердцем. Распечатала фотографии формата А. Опять, да? Половинки А4. Вот, смотрите, всякие колечки тематические. Ключик, сердечко с замочком. Что вам еще показать? Давайте, может быть, тогда посмотрим весь альбом. Вот это фото сделано у нас, где театр оперы и балета. Очень красивый фонтан. Здесь мы зажигаем на площади Советов на шаре. Тортик, видите, шампанское. Здесь такой типа коллаж из 4 фотографий. Это вот жених и невеста расписываются в ЗАГСе, надевают друг другу колечки. Такие счастливые надписи «Вейдинг свадьба». Вот здесь я попала в кадр, Лена, Оксана. Мы держим по туфельке, туфелька внизу, странички. Угу. Здесь вот наша прекрасная невеста с букетиком. В уголок я разместила колечки и фотоаппарат. Я фотографировала. Угу. Здесь у нас мы выстроились на ступеньки повыше. Молодые стоят на ступенечке пониже. Все, посмотрите, какие красивые. В одинаковых платьях. Это Оксана позаботилась. Купила всем подружкам одинаковые, ну, в одном фасоне платья. Вот это мы, наше трио. А здесь ну, подружки невесты. Мы стоим тоже на Советской площади. Букетик. Надпись «Love». Попы наши, оцените. Вот. Это муж новоиспеченный с дочерью. Да, у них общий ребенок. Замечательно все, видите. Тоже тортик, камеры, сердечки. Вот этот мне очень нравится кадр. Забежавшая невеста. Видите, Оксана как будто бы убегает, да, бросая дочку вместе с мужем. До встречи приключениям. Здесь тяпотя, тянем невесту, как будто бы хотим ее забрать. Точнее, уже не невесту, а жену. Вот, это затягивание корсета потуже для стройности, хотя и так тут все стройно и красиво. Это расписываемся, да, получаем главный документ своей жизни. Это вот прекрасная невеста на газоне. Это ЗАГС. Запись актов гражданского состояния, да, на лесенке. Вот дворец бракосочетания. Все очень так красиво, чинно, важно. Лепестки роз, гости, мама, папа. Это опять фонтан на театре оперы и балета. Видите, как мы все спрятались за невестой, выглядывая. Здесь молодожены у нас запускают голубей в небо, загадывая желания. И вот сразу после выхода из ЗАГСа. Такой вот альбомчик. Как вам? Понравился бы такой подарок? Всех люблю. Всем пока-пока. Ставим лайк, подписываемся на канал.